Всем любителям машинок привет, с вами Никита. Что, ребята, поиграем сегодня опять в гоночки про зомбачков. То есть эта игрушка у нас похожа на Earn to Die. Здесь мы тоже, ребята, должны добить с вами зомби, только эта игра уже называется Hill Zombie Racing. Так что что-то будет похожее между Earn to Die и какими-то играми, где надо добить зомби, ребята. В общем, смотрите, у нас тоже есть пункт А, пункт Б, где... Именно мы должны эвакуироваться, и по ходу мы будем с вами проходить эти этапы, ребята, и открывать какие-то тачки. У нас что? Дана какая-то тачечка, да, такая простяцкая. И нам показывают, что надо перейти в гараж. Давайте перейдем. Да, ребята, смотрите. У нас есть тачка. Есть куча элементов, которые нам надо прокачать. Все стоит какие-то доллары. У нас сколько на счету? В левом верхнем углу есть 50 баксов. И нам показывают, что мы можем что? Качнуть бензик, да? Так, все, бензин прокачали. Ух ты, сколько нам придется, ребята, здесь играть. Ну, посмотрим на движок этой игры. Сравним ее с Earn to Die. И посмотрим на этих зомбаков, которые будут на нас нападать. Так, ну что, нажимаем play, играть. Либо можно перейти к карте. Ну, давайте, ребята, попробуем. Посмотрим, что это вообще за движок такой. И что это за игрушка. Так, кнопки я настроил. То, нажимаем газ. Погнали. А где зомбачки? Опа! Уже появляются зомбаки, ребята. И ящики. Ну, наша машина нереально медленная. Так, хоть топливо есть немного? Еще топливо есть. На, ну, я надеюсь, все будет нормально. Ух ты! А как ты это перевернулся? О, ребят, смотрите, машинка сама переворачивается даже. Все, у нас топливо закончилось. Ну, мы проехали вообще, ребята, копейки. Так, переходим в гараж. Смотрим, сколько нам за это дали. 80 долларов. Ну, давайте хотя бы движок купим. Так, поехали опять. Может быть, сейчас что-нибудь. Так, давай, машинка. У тебя же движок тоже стал мощный. Ну, какая-то вообще игра нереально неестественная. Как-то так, не знаю, нету. Какой-то здесь такой экшена, да? Это как-то так вяло происходит. Какие-то зомбики буслые. Не бегит, никто не нападает. Мы даже, по-моему, ребята, рекорд не побили. Доехали ровно до того же места, что и в прошлый раз. Так, сколько нам? 79 баксиков. Если посмотреть видос, будет еще 79 баксов. Но я считаю, это нереально мало. 85 баксов. Что можем прокачать? Трансмиссия, ребята, ну давайте. Надеюсь, сейчас скорость у нас немного увеличится. Так, погнали. Вот эти ящики сильно, да, нас тормозят. Так, я надеюсь, мы скоро можем до турбо теперь уже дойдем. То, доедем мы дальше немного. А, давай. Так, надо побить хоть немного рекорд. Не знаю, но мы, ребята, на месте топчемся. Топчемся просто на месте. 83 доллара, так это еще меньше. Так, 85 баксов. Увы, но мы ничего не покупаем с вами. Так, поехали. Давай, ну эти ящики. Что? Надо, наверное... Ах, я на этом холме, да, сильно, ребята, много трачу топлива. Ну, по идее, топливо, я смотрю на стрелочку, оно как-то одинаково тратится. Ничего не влияет. Жму я газ, ну, там, допустим, если когда с холма съезжаю, я стараюсь газ не нажимать, но все равно топливо как уменьшало, так и уменьшается, в общем. Так, ладно, надо, значит, качать бак. Без бака, я так понял, мы, ребята, далеко не уедем. А чем дальше уезжаем... нам больше, наверное, прилетает баксиков. Ну, давайте посмотрим, сколько нам сейчас баксиков прилетит. Так. Видите, смотрите, топливо все равно утекает, так что тут, наверное, без разницы. Оно завязано как-то на времени дать. А не от того, жмем мы газ, не жмем. Ну, наконец-то, смотрите, насколько нам дальше позволило проехать еще одна канистрочка. И сколько нам бачей сейчас прилетит? 98. Ну, это вообще смешно. В общем, ребята, наверное,
Нам придется после каждого заезда смотреть рекламку, потому что, сами понимаете, доллары очень медленно капают. Так, что еще можем? 134. У нас что, давайте, наверное, еще движок. Нет. Точно. Турбо, ребята. Пора подключать турбо. Ну что, появилось у нас турбо? Да. Отлично. Жми кнопку турбо, чтобы ускориться, да? Смотри на уровень запаса турбо. А, то есть у нас еще и турбо будет уменьшаться. Ну, все правильно, в принципе. Ну что, давай, ребята, посмотрим, какая у нас тут турбинка. Какая-то бочка сзади, да, стоит. Сейчас, ребята, поэкспериментируем. Ну-ка, давай, турбо. Где турбо? Не знаю, я нажал, ребята, на турбо. Ничего не происходит. А, наверное, может, газ не нажать? О! Пошла турбинка. Кстати, с турбо прикольнее. Только ее надо жать, видно, отдельно от газа. Ну ладно, нормально. Доехали немножко дальше. Скоро уже, может, так и до чекпоинта доедем. Сколько нам баксиков? 122. Давайте попробуем еще что-нибудь купить. Можем еще турбо нахватать. Ну давай, ребята, еще турбочки купим. И попробуем, посмотрим. Так, погнали. Вау! Нет, все нормально. Турбо можно жать вместе с газом. Что мы стали-то? Ну такая медленная тачка у нас. Поехали. О, хорошо. Давай, я хочу туда. Да. Не знаю, ребята, что за турбо? Нажимаешь на турбо, да? Вот сейчас кое-как нам нажалось. Давай, турбинка. Да мы даже рекорд не побили свой. Ну ладно, тогда надо донатить. Ничего больше не остается нам делать. Так, $220, неплохо. Жалко, тратим только время на просмотр рекламы. Что, ребята, надо качать баг? Буду идти по той же стратегии, что и Show Love Yearn To Die. Давайте еще качнем шинки. Посмотрим, что нам колесики принесут, ребята. Ну, погнали. Так. С колесиками как быстрее мне. Так, тут что, давайте турбо попробуем. Да что ты сделаешь? Ну, я же нажимаю турбо. Опа, смотрите, куда мы, ребята, заехали. Так. Ах, не да... Ну, там надо было тоже, значит, турбо надо включить. Давай, а турбо надо как-то два раза, значит, выжать. Давай, турбо! Не, ну это вообще жесть. Прокачиваешь машину, а проезжаем еще меньшее расстояние, чем до этого. Сколько нам? $100 каких-то, $100, это очень мало. Надо, наверное, вот этот таран покупать, ребята. А нет, это просто утяжелитель. А где ж таранчик? Вот, наверное, вот это. Так, ладно, сейчас посмотрим, что у нас. Машина стала более тяжелая просто, и все. Так, о, по-моему, ящики стало лучше сносить, да? Эх, не допрыгнули, турбо не включается. Ладно. Вот так, турбочку включили. Отлично. Воу! Куда-то мы плюхнулись. Давай, турбочка. Ух ты! А что это с этой машинкой происходит? Отлично, хоть рекорд побили, уже неплохо. Да, нам хотя бы первый чекпоинт, ребята. Хотя бы до первого чекпоинта добраться. Так, опять подонатили 276. Взяли баксиков и продолжаем качать топливо. Что остается делать? И, конечно же, давайте турбо. Нет, ребята, давайте не будем турбо, а посмотрим вот это, что у нас такое. Да, наконец-то! То, что надо. Вот сейчас мы, наверное, ящики будем просто сшибать. Ну-ка, где ящички? Вон. Ну, так себе, я скажу. Немножко все стопорятно, да? Давай, давай, давай. А, воткнулись в стенку. Плохо сработали, ребята, 5 турбо. Вот тут нормально. Так, погнали дальше. Так, хорошо.
У нас заканчивается топливо. А, кто нас перевернул? Кто посмел нас перевернуть? Так, ну что? Рекорд побит. Уже неплохо. Фу, заехали в какой-то тоннель. Может быть, вообще его и проедем. Да, еще и проехали тоннель. Ух ты, смотрите, ребята, на последний подъем, да, буквально остался. И все, и там уже будет чекпоинт. Так, опять пришлось поддонатить, ребята. $326, вот это уже неплохо. Что мы делаем? Конечно же, качаем топливо. И давайте качнем турбинку. Все, ребята, отправляемся. Мы точно должны уже доехать с вами до этого чекпоинта. Так, посмотрим. Главное с этой турбинкой разобраться, как-то ее научиться грамотно использовать. Здесь, например, да, наверное, сейчас включаем, ребята. Опа, прыгнули сюда на эту стеночку. Так, тут аккуратно нам надо спрыгивать. Вот так. Зомбики, все отстаньте. Давай, турбо. Давай, ну что такое? Так, ладно. Валимся сюда. Турбо, пошла, турбо. Опа. Опачки. Все, ребята. Мы доехали, нет? Да, уровень завершен, по-моему. Или не успели доехать. Да, ребята, фу, отлично, мы кое-как с вами добрались до первого чекпоинта. И переходим в гараж. Ну что, нам подкинули хоть немножко денег? Так, какие-то копейки дали, да? Что мы еще с вами не покупали? Оружие, давайте купим оружие. И посмотрим, как мы сейчас будем отстреливаться от этих зомбаков. Все, погнали, ребята. У нас 6 патрончиков. Ну-ка. О, отлично. Кого-то сбиваем. Так, давай-ка полетаем немножко. Опа. Отличненько. Еще давай сюда. Ну где вы все, зомбаки, вылазьте. Давай залазь. Вы видели, а? Чуть бы... Да ё-моё, ну управление, конечно, ребята, ну просто ужас. Вообще ужас. Так, еще есть топливо у нас. Иди сюда. Опа, какой-то зомбарик. Смотрите, какой-то зомбарик бьется головой. Все, у нас, ребята, закончилось топливо. Ну что, ребята, я думаю, на этом все. В этом видосике посмотрели мы, что это за игра. Если честно, такая какая-то она деревянная, неуправляемая. Иду им туда, ей очень далеко. Ну что, в следующем видосике, если вы поставите лайки, мы продолжим играть в зомби. Давилку и попробуем, ребята, открыть следующую уже тачку. Или хотя бы вообще проехать хоть полностью первую локацию. С вами был Никита. До скорого в следующих видосиках. Пока-пока.